Всем добрый день, уважаемые коллеги. Я мы с вами будем говорить на тему речевое развитие детей дошкольного возраста, обогащение активного словаря. Тема, с одной стороны, очень актуальная, с другой стороны, она вечная. И сегодня мы все аспекты, конечно же, этой темы рассмотреть не сможем, но еще некий ракурс, да, некое видение вот этой темы, я думаю, мы с вами сможем рассмотреть, и у нас с вами получится мультилог, интерактивное взаимодействие. Итак, давайте начнем. То есть сконцентрируемся, конечно же, на детях дошкольного возраста прежде всего, но будем говорить и о преемственности, и, конечно же, о начальных классах тоже затронем эти аспекты. Поэтому давайте перейдем к теме. Значит, мы, безусловно, с самого рождения, да, и каждый день формируем картину мира ребенка, его речевой запас, его словарь, его лексикон. И вот эти термины, активный словарный запас, пассивный словарный запас, они рассматриваются в двух аспектах. Я хочу пояснить. Если мы говорим о лингвистическом плане, то мы говорим активный словарь, активный запас языка. Что это такое? Это те слова, которые мы используем сейчас, в настоящее время, в данный момент. То есть в данном случае в 21 веке. Активный словарь. И есть у нас пассивный словарь по отношению к языку. То есть это те слова, которые устарели, они вышли из употребления. И здесь выделяются две группы слов – архаизмы и историзмы. Историзмы, они вышли из употребления, потому что устарела сама реалия. Например, был опричник, барщина, оброк, дьяк, царь и так далее. Да, такие слова. Ну, их можно перечислять еще. То есть они вышли, потому что сама реалия исчезла. Это историзм. И архаизмы. В данном случае – слово имеет синоним современный, то есть устаревает само слово, и на его замену приходит новое. Ну, я вот пойду по таким простым словам, например, уста, раньше говорили, сейчас мы говорим губы. Чело, бить челом, это лоб. Ланиты, щеки, выя, шея и так далее. То есть, если мы говорим об архаизмах, то мы понимаем, что речь идет о словах, которые устарели, потеряли свою актуальность и заменены современными синонимами. Вот такой подход – это широкое понимание, это рассмотрение активного и пассивного словаря языка. Но если мы говорим об активном и пассивном словаре ребенка, то здесь будет узкое понимание. Да, мы говорим уже о другом аспекте. Активный словарь, то есть это те слова, которые входят в лексикон ребенка каждый день. Те слова, которыми он пользуется, значение которых он понимает, активно употребляет. Пассивный словарь, это те слова, может быть, пассивный словарь носитель языка вообще, да, пассивный словарь носитель языка. Это те слова, которые знакомы человеку или ребенку, да, он слышал их, но, может быть, значение слова не совсем понимает. Или знает это слово, но употребляет редко в своем лексиконе. Но вот к пассивному словарю, именно носителя языка, или к пассивному словарю вообще языка, мы относим и устаревшие слова, и в то же самое время неологизмы. А неологизмы – это совершенно новые слова, которые только-только входят в состав языка, только появляются в языке, потому что язык – это развивающаяся система, не замкнутая, постоянно она обогащается. Также и язык ребенка. То есть есть пассивный запас, да, то есть он вот слышал это слово, может быть, еще не может его вплести в тот контекст, употребить словосочетание, а может быть, не совсем понимает значение.
В этом случае, конечно же, ребенку дошкольного возраста на помощь приходят родители, на помощь приходят воспитатели, взрослые, те люди, которые объясняют значение того или иного слова. Итак, активный запас, пассивный запас, но, тем не менее, так или иначе, вот слова из активного запаса, они могут переходить в пассивный и наоборот. Это есть и в языке, и в речи. То есть эти явления, они взаимосвязаны. Для того, чтобы развивать речь ребенка, для того, чтобы обогащать его слова, безусловно, здесь очень много методов, приемов, упражнений, но, вы, я думаю, со мной согласитесь, коллеги, нужна соответствующая речевая среда. Если она благодатная, ребенок находится вот в такой благодатной речевой среде, конечно же, освоение лексики, да, оно будет продуктивным. Но среда бывает разной, в силу тоже различных, в том числе социальных причин. И порой вот этой языковой средой, основной языковой средой, речевой средой, я бы даже сказала, становится именно детский сад, дошкольное учреждение. И очень часто вот слышишь от родителей, пока ребенок в детский сад не пошел, не говорил, да, мало, значит, общался, а здесь вот пошел уже в детский сад и очень хорошо стал говорить, да, лексикон стал развиваться. Вот. Поэтому, конечно же, речевая среда, какая она, да, какой характер речевой среды, от этого тоже зависит, напрямую зависит словарь ребенка. Упражнений, безусловно, очень много. И здесь мы опять-таки учитываем индивидуальные особенности и возрастные особенности ребенка. Но изначально мы начинаем работу, конечно же, со словами. Это упражнение, которое направлено на работу с конкретным словом, его лексическими, грамматическими признаками. Конечно же, в силу вот развития, особенности развития мышления, мы с вами знаем, что сначала у ребенка развивается предметное, да, мышление. И поэтому дети на первом, скажем так, этапе, на первой ступени, они осваивают и усваивают имена существительные, потому что их мышление предметное. А затем, если мы говорим о частеречной принадлежности, да, они начинают уже изучать и имена прилагательные, и глаголы, и их лексикон, и их активный запас, безусловно, пополняется. Какими словами? От этого, опять-таки, зависит та речевая среда, в которой находится ребенок. У кого-то словарный запас, вот этот активный, очень большой, так и у взрослого человека. Если, допустим, мы будем сравнивать себя и Александра Сергеевича Пушкина, да, то, конечно, наверное, моя половина там у него освоена, не освоена, да, и, может быть, не пользуемся этим. То есть здесь все относительно. Активный словарь у каждого человека, в том числе ребенка, он индивидуален. Но если мы говорим о детях, безусловно, каждый день должно быть приращение. То есть мы узнаем новые слова и обогащаем свой активный словарный запас. Работа может быть абсолютно различной, различные упражнения, но вот сразу же хочу что сказать. У нас есть преемственность, да? То, что мы освоили в дошкольном возрасте, оно плавно перетекает в начальную школу. А то, что мы освоили в начальной школе, дальше мы все это несем 5, 6, 7 и так далее, да, классы. То есть вот это все взаимосвязано, это все в системе. Поэтому первое понимание о лексических единицах, о связях, лексических связях слов, оно формируется уже в дошкольном возрасте. Например, какие упражнения мы можем предложить? Перейдем к практике, коллеги, давайте будем коммуницировать, будут какие-то задания, будьте, пожалуйста, активны. Итак, синонимы. Вообще, что такое синонимы? Синонимы – это слова одной части речи, что очень важно. То есть, если я даю существительное, мне нужно подобрать существительное. Если прилагательное, то прилагательное и так далее. Слова одной части речи, которые отличаются оттенками значения, стилистической окраской, степенью устарелости и новизны. И какие-то части речи в русском языке имеют очень много синонимов. Например, это прилагательное, это глаголы, это наречия.
А есть такие части речи, которые вообще не имеют синонимов. Например, числительные, да? Например, это могут быть местоимения. Да? То есть не каждая часть речи может иметь синоним. Так же, как и англоним. То есть вступать в синонимические или антонимические отношения. Вот, например, глаголы. Да? Очень хорошо все это употреблять именно в предложениях, чтобы дальше ребенок достраивал. Допустим, бежать, мчаться, нестись, да, мы внедряем. И можно этот синонимический ряд еще продолжать. Безусловно, изучение любого лингвистического явления, обогащение словаря ребенка, оно должно сопровождаться визуализацией для того, чтобы все это закреплялось на различных уровнях, да, и внимание, и память, и так далее. Вот для того, чтобы ребенок очень хорошо запомнил какое-либо явление, нужно даже использовать цветовые такие приемы. Вот, например, на желтом цвете, что-то изображенное на желтом цвете, оно хорошо фиксируется, сосредотачивает внимание и запоминается хорошо. Допустим, даже стихи какие-то, да, в дальнейшем, когда ребенок уже читает, можно на желтом фоне расположить стихи, он тоже запомнит. Так вот, возвращаясь к синонимам, словам «друзья», можно так сказать, да, для детей дошкольного возраста. Дальше, имена существительные, ветер, ураган и так далее. Имя прилагательное, маленький, крохотный, мизерный. С цветом можно поработать, да, красный, алый, малиновый. Кроме того, здесь можно синонимический ряд продолжать, он очень объемный. Вообще цветовая палитра в русском языке разнообразна, очень много синонимов. И для чего они нам нужны? Если сказать просто, да, то для того, чтобы наша речь была богатой и разнообразной, чтобы она была такой же красочной, как те краски, которые мы используем при рисовании. Что интересно с прилагательными цвет, это то, что есть сложные, да, слова. Допустим, можем сказать темно-красный, светло-красный, ярко-малиновый и так далее. То есть оттенки цвета. Оттенки цвета. Идем дальше. Следующее упражнение. Кто больше? Опять-таки, конечно же, мы визуализируем. Визуализируем. Например, задача такая. Назвать возможные прилагательные к этому слову. Наличие картинки, конечно, закрепляет визуализацию. И давайте попробуем, какие мы с вами прилагательные можем подобрать. То есть у нас появляются эпитеты, да? Мы обогащаем лексику. Коллеги, включайтесь, пожалуйста, в наш вентилок. Я надеюсь, меня слышно, звук идет. Угу. Вот я здесь вижу, что у меня все тихо, тишина прямо в аудитории одна. И очень тихо. Не знаю, откуда идет шум. У меня тихо. Читаю, читаю. Так, значит, мы здесь видим... В данном случае изображение апельсина. Какой? Какой? Угу, хорошо, спасибо. Пожалуйста, свои эпитеты предлагайте. Мы можем начать с цвета, да? Оранжевый, апельсиновый, вкусный, сочный. А дальше мы можем перейти на форму, да? Цвет описали, форму описали, а дальше мы можем перейти на его полезные свойства. Об этом мы тоже можем говорить, да? Вот, круглая абсолютно верно форма, ароматный, полезный. А полезный почему? Потому что это цитрус, да, спелый. И там есть разные полезные витамины, абсолютно верно. То есть вот такую картинку мы рисуем. Так, можно взять фрукты, можно взять овощи, да? В зависимости от возраста ребенка, и он будет запоминать не только название фруктов, овощей, ягод, но и характеризовать их. Шершавый прекрасно, сочный, замечательно вижу. То есть здесь, опять-таки, мы расширяем его лексикон, обогащаем активный словарь, и он сможет пользоваться эпитетами, да, описывает. Дальше. Например, мы можем описывать явления природы, мы можем их созерцать во время прогулки, да, с детьми. Сейчас у нас появились белые мухи уже во многих регионах, то есть начался снег, я использую фразеологизм «белые мухи». Снег, какой он, да? Какой? Вот здесь мы видим эпитеты, можете, коллеги, тоже дополнять, пожалуйста. Он пушистый, белый, мохнатый, блестящий, мы можем дальше идти. Он может быть долгожданным, первым, да? И мы можем рассмотреть снег. Каждую снежинку, понаблюдать за природой. То есть мы всегда, когда говорим о слове и работаем со словом,
Мы работаем над лексическим значением, безусловно, это первоначально. И мы в дальнейшем работаем над грамматическим значением. Мы же говорим о части речной принадлежности. Вот мы узнали о существительном. Дальше мы внедряем глаголы, да, прилагательные. Это и есть грамматический показатель слова, то есть какая-то часть речи. А потом уже в начальных классах, да, мы можем еще углубляться. И по мере взросления ребенка, и говорим о числе, о роде, да, о том, как изменяется слово. То есть вот это грамматическое значение сопутствует, и ребенок постепенно его осваивает. Вот. То есть какой это смех? Хорошо, замечательно. Идем дальше. Антоним, анти, противоположный. Вот их иногда называют слова враги, мне это не совсем нравится. Вот, потому что все-таки, ну вот, наш память у нас всегда и нравственная составляющая, экологическая составляющая, психологическая составляющая, или культурологическая, в процессе, наверное, любого разговора. То есть мы не просто говорим о лексическом значении слова, мы еще и воспитательный аспект реализуем в числе антонима, противоположные слова. Опять-таки, например, я беру глагол «дождь траву намочил, а солнышко» и ребенок продолжает, да? «А солнышко что сделало? Высушило». Имя существительное. Дождик наливает грусть, солнце дарит радость. Грусть, радость. Имя прилагательное. Черепаха медленная, а заяц быстрая. Да? То есть вот такие короткие предложения, которые должен закончить ребенок, они тоже учат употреблять, во-первых, антонимы речи, во-вторых, вот, уже думать. Да? И опять-таки мы развиваем и обогащаем словарный запас и активный запас ребенка. Дальше, конечно же, очень хорошо, это благодатная почва, когда мы используем такой вот тематический принцип. Тематический принцип, он позволяет показать вот связь не только, да, русский язык и литература, русский язык и биология, русский язык, вообще мир природы, окружающий мир. И вот здесь очень хорошо используя тематические группы, картинки соответствующие, безусловно, как у нас многие игры построены, животные, неживотные, и растения, спорт, акватории, можно взять блюда, национальные блюда. Никогда не забываем о том, что у нас в группах, классах, да, есть дети билингвы, билингвальные, полингвальные личности. И вот таким вот образом, да, изучая категорию числа, то есть мы формируем понимание того, что есть один предмет и есть много предметов. Вот, например, да, группа птицы, лебедь, лебеди образуют форму единственного числа, множественного числа, гусь, гуси, утка, утки, дятел, дятел и так далее. То есть, во-первых, мы визуализируем, рассматриваем картинки. Очень хорошо рассказать, да, то есть экологическое воспитание, вот мы соприкасаемся с природой, какие это птицы, как они выглядят, да, почему мы должны к ним внимательно относиться. То есть не просто работаем над лексическим значением слова, а формируем вот это бережное отношение к природе. Обязательно среда обитания, домашние они или дикие, какая окраска, то есть здесь и прилагательные мы вводим. Вот. То есть получится даже вот такой вот, может быть, в дальнейшем рассказ по картинке, да, в зависимости от возраста ребенка. Но, тем не менее, так или иначе, сначала взрослый помогает ему, безусловно, направляет и какие-то свои слова использует, которые ребенок первый раз слышит. Сначала, возможно, эти слова войдут в пассивный запас ребенка, а потом в активные слова. Поэтому очень важно, с кем общается наш ребенок и какой словарь у взрослого человека, который работает с этим ребенком. Это очень важно. Далее. Следующий момент, если мы говорим о грамматических особенностях слова, то, конечно же, коллеги, мы затрагиваем вопросы словообразования. Вот понимание словообразовательных связей, оно, в общем-то, складывается уже в дошкольном возрасте и дальше развивается уже в начальном классе, там уже специализировано, на втором классе делается морфемный анализ, дальше словообразовательный анализ. Все это далее в начальных классах уже тесно связано с орфографией, с правописанием, безусловно, потому что вся русская орфография, она построена именно на морфемике, на словообразовании, а вот в дошкольном возрасте ребенок именно получает такие первичные знания, да,
и учится образовывать новые слова по тем моделям, которые есть в языке. Он их строит, то есть берет строительный материал, морфемы, и строит новые слова, так же, как мы из пазлов, из кубиков, да, строим домики и какие-то еще фигурки. Например, назовите детенышей животных и птиц. Вроде бы вопрос простой, но он такой сложный. Я думаю, вы со мной согласитесь, потому что в русском языке просто такие есть сложные наименования, допустим, самки, да, и детеныши, что иногда мы взрослые задумываемся, как же правильно сказать. Ягненок, ягненочек, ягнята, да, и внушить ласкательная форма, множественная. Утенок, утеночек, утята. Вот. Сколько здесь зверят, да, то есть мы спрашиваем, много, мало. Он и она, опять-таки, самка, самец. Вот тоже непростой случай. Олень – это он, оленуха – это она, олененок – это он. Здесь и вопросы чередования, и словообразования. Бык, корова, теленок. Баран, овца, ягненок, ягнята. Да, посмотрите, это супплетивные формы, то есть образование от разных основ. И, конечно же, это представляет определенную сложность для ребенка. Опять-таки, еще раз повторяю, я здесь картинки не разместила, но в дошкольном возрасте все визуализируем, запоминаем. Особенно, наверное, сложно городским детям, которые и не видели этих домашних животных, вот, а может быть, только в зоопарке. Поэтому для того, чтобы образовать новое слово, нужно понимать, что есть такие вот словообразовательные связи, и, безусловно, мы, как педагоги, должны визуализировать, да, процесс запоминания того или иного слова, чтобы оно вошло в активный словарь ребенка. Вот еще очень важный момент. Мы с вами знаем, что вот до 5 лет, ну, у кого-то и дальше очень активно, у каких-то детей дальше, а у каких-то взрослых на протяжении всей жизни, я говорю, например, о таких людях, как Маяковский, Есенин, Хлебников, да, наши поэты великие и другие великие люди, вот у них есть такая, у детей у всех это есть, потому что они пока еще не освоили язык, они не владеют всей грамматикой языка, и они придумывают свои слова по своим таким моделям, да, или по тем моделям, которые есть в языке, или семантику какую-то вкладывают дополнительно. Вот. Поэтому, конечно же, у них иное образование. И вот я как-то вместе со своей студенткой мы проводили эксперимент и написали такую статью, она есть в библиотеке Library, если будет желание, можно ее почитать. Оказиональное образование в речи детей билингвов. Это дети 2-3 классов. И вот оказалось, что очень сложно им образовывать, например, формы множественного числа. Допустим, вот были даны такие слова, как ухо, стул, человек, чудо, ребенок, да, там, где есть чередование, там, где есть супплетивные формы, вот мы говорим ухо, но у нас уши, да, вот вы видите ответы детей, тоже сами можете их прочитывать, я все озвучивать не буду, то, что вот есть на слайде, видно, я думаю, да, вот, или, например, супплетивные формы, то есть мы говорим человек, и у нас есть люди, то есть идет образование от разных основ, ребенок это не сразу понимает, да, и мы очень часто слышим человека и человеки. Вот. Опять-таки чудо, чудеса, а мне говорят чудо. То есть вот такие вещи. Или назовите детенышей животных и птиц. То есть опять-таки очень много разных вариантов. Это говорит о детской фантазии. О том, что еще они не освоили и не присвоили те грамматические особенности слов. И те законы, по которым образуются, да, слова. Постепенно это формируется. Мы даем им образцы, они это впитывают. Вот. То есть это тоже достаточно сложное задание для детей, не только билингвов. Детенышей животных, птиц. Образуйте слова, обозначающие животных и птиц женского рода. Тоже, допустим, баран, и вот они отвечают. Овца, и даже мы видим баранина, хотя это мясо животного, да, сухих спинок. Бараниха, барашка, ну, то есть абсолютно разные. Есть вот работа из категории рода и так далее. Хорошо. Я думаю, посмотрели вы результаты нашего эксперимента. Вот если будет интересно, нужно подробнее посмотреть эту статью. Но мы видим, что здесь есть такой нестандартный подход, такое нестандартное мышление и еще неосвоенность грамматики, да, которая, в общем-то, достаточно тяжело некоторым детям, билингвам дается.
Следующий момент – обогащение активного словаря или существительные, тематические группы. То есть вот это очень хороший подход, и мы можем каждый день его использовать на завтрак, на обед, на ужин, да, и в процессе коммуникации в семье, об этом мы должны говорить и с родителями в том числе. Да, мы сварим компот из, и мы предлагаем разные картинки. Кстати, здесь можно дать и изображение фруктов, да, можно дать и изображение овощей для того, чтобы усложнить работу. То есть мы сварим компот, и ребенок должен выбрать, из чего, и он проговаривает, из этого, какого цвета этот фрукт, да, и почему мы не берем, например, лук, потому что это что, огурец, потому что это овощи. Мы сделаем салат из, да, вот таким вот образом. Во-первых, мы опять-таки развиваем активный словарь, мы дополняем его. И во-вторых, мы учим практическим навыкам жизни, да, даем такие, скажем, рецепты, которые в дальнейшем дети будут воплощать в жизнь, а может быть, кто-то с бабушкой, с мамой, безусловно. И вообще это нужно делать. Вместе спрятать, вместе готовить, да, и таким образом активный словарь пополнять. Далее, словообразование относительных прилагателей. Они образуются от имен существительных. Это название цвета, но это уже сложный цвет. Сложный цвет. То есть мы взяли малину, цвет какой? Малиновый, вишня, вишневый, лимон, лимонный и так далее. Или какой бывает сок? Сок из клюквы, мы даем словосочетание, ребенок выстраивает прилагательное, да? Клюквенный, сок из облепиха, облепиховый, и вот сок из крыжовника, он крыжовенный, да, в русском языке именно такое слово. Вообще, если посмотреть на образование существительных, на образование, допустим, те существительные, которые образуют наименование животных из мира, да, фауны, из мира флоры, наименование даже вот таких сложных прилагательных. Здесь очень много подводных камней. И даже порой мы, взрослые, задаем себе вопросы, да, а правильно ли я образовала ту или иную форму. Поэтому в данном случае и воспитатели, и вообще педагогу полезно обращаться к словарям, а вообще уже в начальных классах вот эта вот культура общения со словарями, с печатными изданиями, с электронными изданиями, она должна уже формироваться. То есть я не знаю лексическое значение слова, я обращаюсь к толковому словарю. Я хочу узнать, я хочу посмотреть, я хочу активный словарь пополнить и запомнить. Я не знаю, как поставить ударение, я обращаюсь к акцентологическому словарю и так далее. То есть мы вот эту культуру обращения к словарю, культуру как бы поиска ответа на свой вопрос должны все-таки формировать уже, скажем, в младшем возрасте, да, в младшем школьном возрасте. Далее, словообразование, например, слова родственники, да, то есть можем очень просто объяснить, что кто такие родственники, например, из семьи, и также у слов есть тоже родственники. Вот, например, я взяла осина, так можем любое, например, наименование дерева, абсолютно любое слово взять, и дальше мы придумываем, составляем новые слова. Осинка, осиновая, осиня, подосиновая. Где-то работают суффиксы, где-то работают приставки и суффиксы в зависимости от образования слова. И таким образом мы опять-таки расширяем слова ребенка. Здесь мы образовали просто слова, можно пойти дальше. Мы построим словосочетание. Подосиновый, он какой, где он растет, да, осиновое, что бывает, осинник это что, да, то есть осина это одно дерево, осинник это совокупность осин, совокупность деревьев, осинка она уже маленькая, и можем аналогию провести, да, да, удаление, да, вот здесь вижу вопрос, сок и сливы, сливовый, на первый слог будет ударение падает, да. Это как раз вы взяли слово, я вот отвечаю на вопрос, коллег, спасибо большое за вопросы. Вот. И вопрос-то как раз даже он и на ЕГЭ выходит, вот там ребята слово включают. Вот. И я возвращаюсь к этому слайду, еще хочу прокомментировать, допустим, вот я вижу слово, да, осенник, мы можем пойти дальше с детьми, а у нас есть ельник, а есть что еще, осенник, ельник, вот. То есть суффиксом «ник» продолжит вот эти совокупности, или, например, осинка, травинка, да,
рождения. То есть есть закон аналогии в языке, и эти аналогии детям тоже нужно показать. Под осиновик, а есть под березовик. Вот, а есть осиник, а есть рябинник и так далее. То есть это все обогащает, безусловно, активные слова ребенка и помогает ему ориентироваться вот в этом пространстве, да, языковом вообще в мире. Работа с картинами, я вот написала так, но можно сказать, что это работа с картинками и с картинами. То есть это немножко разные аспекты, но именно работа с картинами, это тоже очень важно, и не просто с картинками. То есть и то хорошо, но есть принципиальная разница, потому что когда мы работаем с картинами, мы прикасаемся к искусству. Потому что я вот всегда об этом говорю, важно приобщать с детства ребенка к искусству, чтобы он наполнялся культурой, русской культурой, культурой того народа, да, язык которого он еще знает, в той местности, где он живет. Поэтому картина – это всегда прекрасно. Это культурологический подход, это эстетика, это развитие кругозора, это формирование картины мира, это развитие художественного вкуса, не только развитие активного запаса, да? И мы, конечно, формируем какой-то конкретный тип речи. Но самое важное, что ребенок пользуется монологической формой речи. То есть он создает монолог. И вот, например, мы уже затронули тему фрукты, да, например. Вот, допустим, вот картина Караваджо, картина с фруктами, видите, написана еще в 16 веке. Тоже детей можем с ней познакомить, она актуальна к разговору о фруктах, да, о цветовой палитре. Какие-то фрукты изображены на картине, никакой, опять-таки, они формы цвета. Вот там мы просто картинку прописываем, посмотрели, а здесь уже целая картина известного художника, да, и о нем можно рассказать, безусловно, какого цвета. То есть здесь уже совершенно другая цветовая гамма, цветовая палитра, и можно оттенки цвета изучать, и форму, вот. Ну и, может быть, даже и потом рисовать, да, этот натюрморт. Или вот, например, опять-таки, картинки разные, да, вот здесь вот и фото, и есть рисунок. Какой предмет? Это картинка. Какого размера слон, да? Вопросы. Кстати, можете тоже свои вопросы писать. Какие бы вы задали вопросы? Вот. А какой цвет? Какая форма? Также вот здесь мы видим семью, да? Кто чем занимается? Вот. Как сидит? Во что одет? Какая атмосфера? Какое настроение? Какие цвета? Дружная эта семья или не дружная? Да? Сколько детей там посчитать? То есть столько вопросов здесь можно задать, и ребенок будет отвечать. Вот. До определенного момента вопрос, что это нам задает именно ребенок. Да? Но когда его активные слова уже сформированы, как бы он достаточен, здесь уже мы должны его спрашивать, что это, и он описывает, и он рассказывает для того, чтобы учился ребенок строить не только словосочетание, но и предложение в дальнейшем текст. И вот здесь мы видим семью, да, мы о ней поговорили. А какая у тебя семья? А сколько у вас, да, братьев и сестер? А как вы, чем вы занимаетесь в свободное время? То есть мы выстраиваем диалоги, и ребенок учится говорить, да, то есть тоже выстраивать монологическую речь. Но здесь аксиологический аспект, который мы воспитываем, безусловно. Ну вот, если мы говорим по картине. Вот такая картина тоже может быть предложена известного художника Ван Гога, «Звездная ночь». Коллеги, я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, какие бы вопросы по этой картине вы задали ребенку, пожалуйста. Напишите в чате, вот какие вопросы по данной картине можно задать ребенку. Давайте будем коммуницировать. Я надеюсь, меня слышно. Меня слышно? Трансляция идет? Да, хорошо. То есть у кого-то есть трансляция? Замечательно. Большая часть слышит. Может быть, что-то с интернетом. Коллеги, пожалуйста, вот. Хорошо, вот я вижу вопрос уже. Что ты видишь на картине? Какая ночь на картине? Какая? Так, какая ночь на картине? Какое время суток изображено? Вот этот вопрос, да, предваряет. Это хорошо. Какое время суток изображено на картине? Так, вот сейчас очень быстро сейчас. Так, дальше. Вот здесь можно еще что? Стиль логики, да, выстраивать ваши вопросы. Какое время суток? Какое настроение на картине, да? Но сначала, наверное, до настроения,
Ага, вот, правильно. Сначала надо детали. Что изображено в правом углу, да, что, какие вот детали ты видишь на картине, какое время суток, правильно, а как ты это понял, да, какие цвета, молодцы, какие цвета использует художник, чтобы ребенок называл вот эти цвета, оттенки цвета, здесь будут сложные прилагательные, да, но картина такая очень интересная, сам Ван Гог, он интересен, да, и даже, ну, здесь вот, да, правильно, что на переднем плане, впереди, что вдали, какого размера цвет, абсолютно верно. То есть мы с малого, да, все это формулируем. А потом уже, вот здесь у нас был вопрос, какое настроение у тебя, когда ты видишь эту картину? Какие чувства вызывает эта картина у тебя? А можно еще вопрос задать, как ты думаешь, в каком состоянии, в каком настроении рисовал картину художник, да? Какое у него настроение? Еще вижу здесь вот вопросы. Какими красками? Да, все верно. Какие чувства вы испытываете, когда смотрите на картину? Что тебя привлекло в этой картине? Все верно. Вижу вопросы абсолютно верные. Да. И вот таким вот образом, да, мы знакомимся с творчеством Ван Гога. На самом деле здесь и ассоциации, и вообще можно брать нестандартные такие картины. Графику можно брать, потому что это тоже текст. Картина – это тоже текст, а текст может быть разным. И вот это прочитывание, и вот то, что мы всматриваемся, да, в картину, изучаем, это все замечательно. И если мы посетим музей, картинную выставку, да, картинную галерею, и дети это посмотрят, и мы немножечко именно доступно на их уровне расскажем о каком-то художники именно так, чтобы это было понятно, безусловно, это обогатит их активный словарь. А потом еще мы сами что-то захотим нарисовать. Так, вот, знаете ли вы художника этой картины? Ну вот, может быть, не все ответят на этот вопрос, который я вижу в чате. Да, не каждый ребенок может быть знает, а может кто-то и знает. Вот, все зависит от той речевой среды, в которой растет ребенок. Но с картинами, безусловно, нужно знакомить детей и именно развивать лексикон, обогащать активные слова можно. Вот здесь, например, вот синий, он разный. Посмотрите, вот какой здесь синий. Есть индиговый цвет, вот я на этой картине вижу. Не знаю, какое у вас преломление, да. А, есть индиговый, есть такой и сине-черный цвет, да. Наверное, вы со мной согласитесь. Есть цвет, еще какой цвет морской волны. Здесь даже какая-то, как будто и небо, как будто и морская куча. Ассоциаций абсолютно много. Вот можно спросить о чем? Какие образы у тебя возникают, когда ты смотришь на эту картину? Что ты представляешь, да? Образы какие? Вот воображение, чтобы заиграло. Прекрасно. Вопросы актуальные. Просто нужно их немножко в логике, да, выстроить. Следующий момент, коллеги, вот есть такая игра «Имаджинарио». Может быть, не все здесь нужно. Вот скажите, кто с ней знаком, тоже плюсики можете отправить, да, огонечком посветить. «Имаджинарио». Она продается в магазинах, но нужно брать 6+. 6+, то есть для детишек именно. Я хочу сказать, если я возьму 6+, игру «Имаджинарио», коллеги, меня слышно, пожалуйста, обратная связь, знакомы ли вы с этой игрой, замечательно. И вот здесь вот картинки, вот эти вот картинки, которые, вот они прежде всего нужны, можно даже не всю игру покупать, а вот только пакет картинок, да. А, вот, 6+. И если я возьму 6+, вот эту игру, я могу использовать и с дошкольным возрастом, и с начальной школы, и со старшими, и вообще я даже со студентами могу ее использовать, но по-разному. Здесь очень интересно, вот картинки, вы посмотрите тоже, они очень интересные, я не случайно вот взяла Ван Гога, да, потом перешла к Имаджинарию. И я думаю, что вы тоже некие связи увидите, и вот как бы направление искусства, и вот то, что здесь есть, вот, они непростые. Они именно развивают не только активный запас, но словарный запас, но и ассоциативное мышление. Ассоциативное мышление. Ну, допустим, там слинки, картинка, да, сразу напоминает вам подсолнухи Ван Гога.
Вот. И вот здесь, что интересно, ну, например, я начинаю занятия, да, вот, абсолютно с детьми любого возраста, даже со студентами, не со взрослыми людьми это будет интересно. Для того, чтобы вот этот организационный момент прошел интересно, чтобы как-то увлечь аудиторию, да, можно просто предложить каждому выбрать по какой-то картинке, кто-то две, кто-то три выберет, и вы уже, во-первых, увидите, если выберут черного, там, темные тона, значит, что-то с настроением не то, да, и вы увидите, например, они взяли картинку там, где море, значит, хотят отдыхать, значит, хочется отдых, не хватает моря или положительных эмоций. То есть здесь психологические аспекты, во-первых, можно прочитать, а во-вторых, вот можно построить работу, да, и в группах, и индивидуально, что изображено здесь. И мы можем не только словосочетание строить, но и разные типы речи формировать, и описание, и повествование, и рассуждение, да, то есть рассказать какую-то историю, поработать в парах, выстроить диалог. То есть с этими картинками абсолютно по-разному можем работать. И кроме того, психологический портрет вот на данный момент нашего учащегося, нашего ребенка, да, тоже можем прочитать. Поэтому вот игру эту рекомендую, можно целиком использовать, а можно только вот эти картинки, потому что они действительно развивают воображение и как раз-таки помогают нам развивать активный словарный запас ребенка. А может быть, здесь и будут слова из пассивного словаря, которые он первый раз слышит, и такое будет. Да, 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 можно просто... Вы, например, вот я здесь вижу вопрос, до 6 лет можно играть? Да. Вы можете купить только эти картинки, не обязательно всю игру, и вы можете, например, до 6 лет, да, то же самое описание, что изображено, как. Вот мы сейчас с вами вопросы задавали, да, разные, такие же вопросы, что это за животное, там, и так далее, кто на переднем, кто на заднем, постоянно что-то описывает, какое состояние, какое настроение, там, и так далее. Можно придумать рассказы, у ребенка фантазия богатая, вот воображение работает. И вот так лексикон мы будем развивать. И каждый раз он будет... Ну, вы, кстати, будете еще видеть, какую, допустим, если индивидуально с ребенком работаете, да, вот он взял темную картинку, значит, настроение не очень. Он взял такую яркую, радужную, значит, у него все хорошо, он доволен. То есть здесь еще реакция, эмоциональное состояние. То есть я вам рекомендую. Хорошая вещь в его возрасте. Вот, теперь я здесь вот. Почему я презентацию-то сначала не отправила? Потому что мы с вами немножечко здесь интерактивим. Вот. Что спрятано за квадратом? Опять я взяла не на картину и не случайно. Вот это наша история. Вот обращайтесь к ней, чтобы дети прикасались к искусству. И вот как вы думаете, что спрятано за квадратом? Ваше предположение. Напишите, пожалуйста, в чате и посмотрите. Можно описать и архитектуру, и какие постройки, и как тут, да, дети, как они были одеты, как они играли, вот этот быт. Какое небо, какая природа, какая Марусь? Так, вот предположение, животное какое-нибудь, корова кто-то думает, да, какое-то животное, еще, пожалуйста, варианты. Вот, и дети, посмотрите, дети тоже так будут называть, у них, они же лексикон развивают, они говорят, вот это лошадь, да, давайте посмотрим. Вот. Да, это лошадь, вот. Вот здесь быт, да, показан, здесь мы видим, женщина несет ведро воды, вот кто-то сток сена, кто-то цветочная поляна. Видите сколько? И мы развиваем активный запас. Безусловно, да. Кто-то думает, что дети играют. Также и дети, они предложат массу своих вариантов. Но здесь у нас лошадь. Да? Здесь у нас лошадь, которая помогает людям. Да? Она переводит, скорее всего, дрова. Кто-то лопается. Очень много ответов, видимо, интернет на запасы. Ну, молодцы, вы подумали, видите? У вас ассоциации сработали. И сколько слов, да? Сколько слов? Но в основном все-таки все сосредоточились на животных. Давайте еще попробуем. Вот насколько вы хорошо знаете картины Левитана. Золотая осень. Сейчас у нас как раз-таки золотая осень. Сегодня первый день ноября. Возможно, у кого-то уже, да, как мы говорим, вот эти вот снежинки или белые мухи, да, прилетели. Золотая осень. Рассматриваем. Во-первых, мы это можем, да, вижу прекрасно ответы ваши. Замечательно. Ну, сам правильно, конечно. Картина известная, замечательно. Вот. Мы посмотрим на картину, мы посмотрим на то, что вокруг, а может быть, мы сделаем экскурсию с детьми, да? Вот. И здесь опять-таки масса возможностей для описания. Какая листва, какого цвета, сколько прилагательных, сколько эпитетов. Вот для описания это хорошо. Ну что ж, вот у нас правильный ответ. Правильный ответ – это, конечно же, река. Это река. Вода изображена, опять какая она, да, это Марусская природа. Ну и, в общем-то,
Вот это одно из направлений работы. Еще вот тоже хочется поделиться, может быть, тоже себе на заметку возьмете. Дело в том, что я на прошлой неделе принимала участие во всероссийской конференции, которую проводил Федеральный институт родных языков. И там как раз-таки речь шла в том числе о вообще о родных языках и о билингвальной среде, о детях билингвов. Может быть, вы знакомы вот с этим автором. И очень было интересно выступление Хамраевой Елизаветы Александровны. Вот она предлагала работу с альбомом сказок, который они сами издают. Вот я здесь случайно ее данные написала. Интернет сейчас он нам все возможности для общения дает. Вот. Если вы заинтересуетесь, тоже можно будет, вот, наверное, с ней связаться. А что такое, вот, значит, о чем она говорила? Работа с альбомом сказок. То есть очень хороший, качественный такой альбом они сделали. И вот здесь же важно формировать именно в билингвальной среде, то есть когда у нас ребенок растет в такой среде, общается в такой среде, он осваивает параллельно два языка. То есть нам важно формировать нарратив. Нарратив, то есть это вот живую речь, да, речь описательную, то, что вижу, то и говорю. И вот они используют прием очень интересный на примере сказок. То есть у них, например, в этом альбоме дана сказка на русском языке, и сразу перевод этой сказки, допустим, на башкирском, на татарском, на марийском языке, вот такие параллели. Вы, может быть, и сами в этом направлении работаете, может быть, сами что-то создаете, да? Так можно работать дальше с пословицами. Но вот сказка, видите, хороша тем, что она сказывается легко, да, она воспринимается на слух хорошо. И вот эти переводные вещи, то есть там лексикон, он осваивается ребенком, запоминается хорошо. Поэтому вот такие вот альбомы сказок для детей билингвов, которые можно использовать в билингвальной среде, они, в общем-то, вот есть. И вот Амрая Елизавета Александровна, она их презентовала. И меня, по крайней мере, это заинтересовало. В общем, может быть, вы себе возьмете в азарт. Вот. Следующий момент, если говорить о преемственности, а мне не хочется сказать, дело в том, что уважаемые воспитатели, уважаемые педагоги, конечно же, формирование активного словаря, оно начинается, закладывается, вот этот фундамент на школьном возрасте. И уже у ребенка складывается впечатление, то есть он все равно как иначе чувствует, он понимает слова, понимает, что есть предметы, значит, существительные, есть какие-то действия, да, это глагол, есть прилагательные, я что-то не описываю, то есть у меня получается рассказ таким красочным, он не сухой, он насыщенный, да. Вот, вот это все понимание явления синонимии, антонимии, я вот только затронула, но формирование явления многозначности, в том числе называется научной полисемии, и амонимии, да, оно закладывается уже в дошкольном возрасте. Ну, например, мы говорим, допустим, коса, прическа, да, и коса, например, это орудие труда. Ключ – это родник, и ключ – тот, чем мы открываем дверь. То есть вот это вот разговор об амонимах, он тоже идет в дошкольном возрасте. И ребенок приходит в начальный класс уже с определенным багажом подготовленным, и дальше эта работа, она расширяется, углубляется, да. Вот. И вот здесь я буквально на этом слайде показала такой фрагмент задания. Это всероссийская коверческая работа, которую дети пишут в четвертом классе. Она достаточно серьезная, она состоит из двух частей, первая часть и вторая часть. И вторая часть, ну, если кому-то интересно, можно заглянуть, просто набрать в интернете, вот ВПР-демо-версия, ну, что кого-то дети учатся, и вам интересно посмотреть, что, например, ожидает этого. ВПР по русскому языку я взяла. Вот. Это, так скажем, итоги, да? То есть то, чему мы научились за 4 года, абсолютно задание по всем разделам. Но вторая часть, она ориентирована уже на текст, работу с текстом, на понимание текста, умение составить план, ответить на вопрос, правильно употребить фразеологизм, то есть объяснить ситуацию. И вот, например, да, 10-е задание – заменить слово «известный» из такого-то предложения «известный» по значению слова. То есть ребенок должен посмотреть на это слово, да, на контекст, и «близким» по значению слова здесь нет определения. То есть дано определение, но нет самого термина.
он должен догадаться, что близко по значению слова – это синоним. Запиши это слово. Известный, и нужно найти заменитель. Может быть, там антоним где-то, может быть, антоним. То есть вот примерно такой задание. Поэтому, конечно, то, что мы закладываем до школьного возраста, безусловно, оно реализуется дальше в начальных классах. А если в начальных классах у нас очень хороший фундамент, то мы дальше с ними двигаемся, наш активный словарь пополняется, расширяется. Но, как я уже сказала, именно речевая среда, а в дальнейшем и активный словарь каждого из нас, взрослого даже человека, он пополняется, расширяется каждый день. Мы не останавливаемся, мы учимся всю жизнь, узнаем какие-то новые слова. Но для этого, наверное, мы что делаем? Мы читаем, мы осмысливаем, мы обращаемся к словарям, мы интерпретируем, да, да, абсолютно верно. Известный. Ну вот здесь я вижу ответ знаменитый. Здесь видите именно, замените слово известный с третьего предложения близким по значению слова. То есть надо, чтобы в контекст ложилось. Да, можно. Это тоже написать, но там надо идти посмотреть на контекст. Спасибо за ответы, они абсолютно правильные. Спасибо. Коллеги, на этом мне хотелось бы завершить наш с вами мультилог. Мы рассмотрели только один из аспектов, да, одно из направлений, так скажем, обогащения активного словаря. Вот, тема очень такая объемная, здесь можно еще очень много говорить. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте, спрашивайте, с удовольствием с вами буду коммуницировать. Всем большое спасибо за внимание. Вижу, ответы приходят. Ну, здесь я вопросы смотрю. Спасибо вам большое, всего доброго и хорошего дня. До свидания. Так, ага. Ага, вот вижу вопрос. Значит, чтение бумажной книги. Конечно, конечно, есть, безусловно. Во-первых, для ребенка важно вот все это трогать, да, тактильное ощущение, это для него важно. Перелистывание страниц и, опять-таки, восприятие электронной, да, вообще информации с электронного какого-то мессенджера и печатное, оно разное. Потрогать, разглядеть, вернуться. Я бы советовала все-таки с детьми дошкольного возраста бумажные книги. Таким образом мы еще и любовь к книге воспитаем. И оформление другое, понимаете? Здесь эстетический момент, тактильный момент, эмоциональный момент. Это все очень важно. То есть мы прикасаемся к книге. А сейчас, кстати, вот раз книгу затронули, есть интерактивные книги. Если уже ребенок потихонечку учится, да, читать, он может там что-то... Он рисовать, если умеет, уже здорово. Вместе с учителем, с педагогом, с родителем, как навигатор, вот такие интерактивные книги, где нужно что-то дорисовать, досочинять, домыслить, дофантазировать, дописать прямо в этой книге. Это здорово. Интерактивные книги. Вот. У нас, например, вот есть в Тюмени Лидия Русакова, очень интересный писатель. Она тоже такую книгу издала. «Путешествие», значит, сказки, которые рассказывает Герда. Вот таким образом, как бы «Путешествие девочки» тоже показано, интерактивная книга. Марина ответила на ваш вопрос? Спасибо большое. Так, вот здесь вот, ага. Ну, упражнений, конечно, много. Вот здесь спрашиваете, да, на звуки «р-р». Это, конечно, больше фонетика, звуковой аспект, но здесь логопедические упражнения вам нужны. Скороговорки, чистоговорки. Вот это обязательно нужно будет, конечно, репетировать. Да? Но здесь, опять-таки, смотря какая проблема логопедическая, однозначно здесь не ответишь. Вот. Где этот где диссонорный находится, после чего там, после гласных там, и так далее. Это тоже много моментов. Упражнения, конечно, есть, безусловно. Всем спасибо, коллеги. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.